Хочешь задонатить в игру, но не знаешь, как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donate. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP-пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donate уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donate. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре стартовал фестиваль событий, и давайте немного попризываем. Нам сегодня подвезли сюда и новые костюмы, и нового героя даже добавили. Давайте быстренько по ним пройдемся, посмотрим, какие они вышли в релиз, ну и определимся, стоит ли их ловить или нет. И начнем вот с нового героя, зеленый рыцарь, скорость маны средней, окей. Все враги получают минус 24 защиты на 3 хода и также наносит 235 урона всем врагам. 235% со средней маны — это небольшой урон, также срез брони в 24% — это немного, но сама последовательность ульты у этого героя очень крутая, потому что он сначала будет срезать защиту, а потом уже наносить этот урон. Сколько там будет конкретно в цифрах, даже гадать не хочу, мы этого героя встретим, затестим, ну и там уже все посмотрим. Но пока есть какого-то имбаланса, ну здесь в общем не наблюдается. Если герой погибнет в следующие 5 ходов, то он воскреснет в начале следующего хода с 40% здоровья, а всем врагам будет нанесено 665 урона. Эта цифра фиксированная, то есть от прокачки она никак меняться не будет. В принципе неплохо, но все равно вот этот баф его можно снять, то есть и никакого урона он не нанесет, если его вынести. В целом герой неплохой, но говорю, какого-то имбаланса, как было с Энни, с Бегемотом, ну тут вообще не наблюдается. Но мы его обязательно найдем и уже более точную дадим ему оценку. Дальше идет костюм на Гвиневру, когда-то она была просто имбейшим центром и на нее скручивали огромное количество кристаллов. Давайте посмотрим, что же она делает в костюме. Сокращает ману целей ближайших врагов на 25%, ну это просто крутейший навык. Восстанавливает 40% здоровья всех союзников. Хил в 40% — это немного для тем более желтых карт, потому что у них есть вообще кто хилит по 65%. Но все равно, если учесть ее первый навык, то в принципе хил нормальный. И также она вешает на всех союзников отражение от фиолетовых героев. Это ровно такой же навык, как, например, у Урсены, Мицуки и так далее. И сейчас он как никогда актуален. Потому что на данный момент, можно сказать, обороны состоят из двух цветов. Это фиолетовый и желтый. И, соответственно, этих цветов герой очень ценный. Если Гвиневра успеет ультануть в атаке, то считайте, какой-нибудь Арамис, Пантеры, они вообще нисколько не нанесут урона, а весь этот урон им вообще отлетит в обратку. В общем, костюм на нее сделали пушечный, ее бы сегодня, конечно же, хотелось бы поймать. И также добавили новый костюм на четверку, на Мерлина, теперь он наносит 210 урона цели и ближайшим врагам, и чем больше маны будет у врагов, тем больше урона они получат, максимум 270. То есть из него сделали такого, можно сказать, трипл-шотера с такими лайтовыми условиями, в принципе, нормально. И также цель автоматически использует безумную атаку на случайном союзнике в течение 3 ходов. Отличный навык, но здесь сделали как у обычной его версии, то есть блокировать он будет всего лишь одну цель, по которой пройдет вот этот основной урон в 210%. Костюм в принципе неплохой, прокачать его можно. В общем, костюмы сюда добавили нормально. Здесь бы помимо Гвиневры хотелось бы поймать Энни, Газель. В общем, здесь просто куча героев, ну, которых бы хотелось выловить. Также, ребят, у меня уже собралось здесь 100 призывов, но я думаю, пока не стоит пятерку забирать, чтобы потом не думать, что из-за нее нам здесь, ну, никто не выпал. Поэтому давайте сделаем X30, ну и попробуем здесь кого-нибудь поймать. Полетели! И давайте первый призыв. Давайте сразу с Гвиневры начнем. Так, Фиол. Тройка, окей. Давайте дальше. Так, желтый, ну давай Гвиневра. Нет, тройка. Давайте опять с нее. Так. Главное, чтобы это не выпало, потому что, ну, давно пятерок не было. Почему-то мне кажется, если кто-то из рекомендованных выпадет, то будет вот эта вот Белоснежка. Давайте сюда О, Газель, давайте вот с нее. Так, фиолетовый. О, четверка, ну нормально. Это уже хорошо. Он у меня есть один прокачанный. Опять фиолетовый. Тройка. Так, давайте дальше прокрутим. И вот с пантеры попробуем.
Понятно. Это до сих пор лежит непрокачанный, как когда-то поймал его. 8 призов, и что-то пока тишина. Ну, точнее, 1/4. Так, красный. Понятно. Давайте вот с чера, раз красный сыпется. Попробуем. Зеленый, давай новый. Нет. Так, Энни. Ну, давай, Гвиневра. Нет, опять этот. Прям куча просто. Так, ну давай. Медведь. О, кстати, ее вот вторую надо было. Разлимичу на ОБ, на альфа-эфир. Блин, уже думал это. Так, красный опять. Понятно, ладно. Продолжаем. И давайте вот с него попробуем. Ну, что-то мне кажется, что... Опять эта тройка. Да, трио это. Что сегодня опять без пятерок, походу. Тройка, окей. Еще 3 призыва, ну и x10 сделаем. Ну капец, давайте с него крутанем. А, вон тут вообще рядом. И он опять. Нет. Так, что, 1 призыв за монеты? 5 зеленых, ну давай этого. И давайте их здесь сделаем. О, с Гвиневра. Так, желтый. Ну давай, Гвиня. Не, тройка. Так, ну четверки вроде идут. Давай какую-нибудь пятерку. Давай хотя бы эту белоснежку. О, его не было костюма. Да. Так, понятно. Давайте сундуки откроем. Тут без предметов. Да. Ну и давайте заберем туда пятерку. Ну что, ребят, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы выпадали нормальные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.